Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный сладкий перец по-корейски. Это один из моих любимых рецептов маринованного перца. Перчик получается в меру острым и ароматным. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Берем 1,5 кг сладкого перца, удаляем все семена и плодоножки, а затем нарезаем его длинной соломкой. Дальше измельчаем пучок зелени общим весом 100 граммов, который состоит в равных частях из петрушки, базилика и укропа. 15 граммов чеснока мелко рубим ножом. Такую же процедуру проделываем с острым перцем, вес которого берите на свой вкус. У меня 5 граммов. Теперь все измельченные ингредиенты перекладываем в глубокую миску. Добавляем туда 20 граммов соли, 60 граммов сахара, 2-3 грамма черного молотого перца, столько же кориандра, 100 миллилитров 9% уксуса, 100 миллилитров подсолнечного масла. Хорошо перемешиваем и даем постоять 2-3 часа. Через каждых 30-40 минут содержимое миски мешаем. Спустя указанное время раскладываем перец по сухим стерильным банкам. При этом хорошо его уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 пол-литровые баночки. Выделившийся сок тоже равномерно распределяем по всем банкам. Затем прикрываем банки крышками, ставим их в застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечики водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем перец ровно 10 минут. Дальше закатываем его, переворачиваем банки вверх дном, накрываем чем-то теплым и даем в таком состоянии полностью остыть. Вот и все. Очень вкусный перец по-корейски на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.